Теперь нас видно и слышно. Привет, хейтеры. Но эксперимент со звуком и с камерой продолжается. Мы вне плана оказались в Нижнем Новгороде. У нас погорели по срокам все отгрузки. Мы приехали сами забирать часть заказов, то, что нам не смогли привезти наши машины. Но это лирика, это моменты классического бизнеса. Друзья, мы сегодня вам решили снять, я, наверное, вот так периодически буду делать, да? Ну, можно и так. Мы сегодня вам будем снимать картины, по которым вы давно уже сохнете, и отдельно будет обзор по зеркалам, которого на нашем канале не было еще ни разу. Поехали. Так, поехали. Работаем в каком плане? Понятно, что будут отдельные обзоры. Картины, постеры, все вместе, наверное, будет. Ну, бумажные холсты постеры. Давай мы сейчас отдельно сделаем, а то, что каркасники, будет отдельно. Окей, давай. Значит, линейка Бьоркста. Ну вот, то, что представлено, артикульный номер. Дим, как бы это? Сейчас я... Фу. И? Вот он, артикульный номер для тех, кто страдает. Нью-Йорк высоты 2 на 140. И холст рамка. С хорошей печатью. Рамка алюминиевая. Имеются разные размеры. Под каждой картиной, в принципе, у тебя есть свой размер. В чем фишка этих рамок? Вы можете сделать холст как на раму, как и в раму. Вот это холст в раму. Печать, ребят, я скажу сразу, не изменилась за все годы, но сам холст... Тихонечко, еще шевели, я сейчас хочу показать в увеличенном размере, какого самого вот этот качество печати. Холст стал тоньше. Так, я не знаю, как, иди сюда. Холст 2,40 на 140, олени в тумане. 604-791-35. Не получится тебе, наверное, артикул. Ну, я надеюсь, будет видно. Вот они, большущие олени. Из моментов, когда натягиваете холст, Дима не даст мне соврать, его нужно положить на что-то чистое и ровное, чтобы не было, да, никаких заломов, ложа, никаких царапин. На ковер. А желательно вот на ламинат, на что-то такое твердое, ровное поверхность. Вычищенное идеально. Чтобы не было вот, вот такой штуки. Как, ну как, это залом считается? Как вот эта волна? Вот, да. Ну вот, его обычно вот эта волна происходит из-за того, что у вас пол как бы играет, и вы до конца не закусываете. Блин, вот сейчас бы показать, давай покажем. Да, не пол... А, нет, можно, получится. Можно, можно. Бить так до конца. Подожди, дай-ка. Вот, так как вот это выглядит внутри? Вот этими штуками вы как раз вот натягиваете холст. Их достаточное количество. Много. В профиль протягиваете и натягиваете. То есть фактически это можно перетянуть, подтянуть? Да, конечно, это очень легко снимается. Допустим, вам, ну, ремонт или другие случаи, но не понадобилось вам сейчас холст на стене, да? Вы просто можете спокойно разобрать каркас и скрутить холст. Я потом обратно в том же порядке все вернуть. Так, есть еще вариант натяжения вовнутрь, на саму раму. Но как появится по пути, мы покажем. Кстати, вот я что-то заметил. Обычно холст идет как бы и без рамки, он как бы вот через вот это натягивается. Но мы же это покажем, сейчас найдем. Да. Ну, я по холсту смотрю, там обрезали, наверное. Ну, наверное, обрезали дизайнера. Так, идем дальше. Картина с рамой. Это уже с готовой рамой Бьоркста 3699. А, нет, холст отдельно, рама отдельно. Артикульного номера рамы нам дизайнеры не оставили. И артикульного номера холста нам тоже не оставили. Винсент Ван Гог. Качество печати покажем. Вот, кстати, вариант, как обтянута, наоборот, рама. Там же рама внутри. Просто раньше, вот видишь, как бы текстиль видно. Раньше этого не было видно. Но я про это говорю, что стал холст более тонким. 1499. Ценник, покажи, пожалуйста, артикульного номера нет, спрятали. А хотя нет, вот. Шиш, ребята, даже тут нет. Тут дата изготовления. Хочу отметить, все холсты, не только самого большого размера, но и поменьше, которые идут в тубах. Это вот, например, вот так вот. Да? Все вот эти холсты сделаны во Франции. Ты уверен? Да. Прям все? Все, все, все. Как маленького размера, так и большого.
Франция. Франция. Глядик, я сейчас дальше буду проверять. Да и ладно, не надо. Так, следующий. Пока мы идем по холстам. А, значит, холст, олень, рога. 1499, 78 на 118. Вот артикул 804, 482, 56. 804, 482, 56. Здесь очень темно. Не фокус, не туда иди. Ну, я слова им проговорил, кому надо услышать. Вот он олень, вот они рога. Печать на холсте достоверная, то есть она соответствует, ну, так, как будто у вас хорошего высокого качества фотография. А дальше, холст. Ось, олень на поляне. Олень есть. 804, 798, 51. А название дайте. 140 на 56. Они все одинаковые, да? Олень на поляне. Uh-huh. 140 на 56, вот этот. Рама и холст. Рама отдельно 2000. В принципе, раму вы можете подобрать по размеру, либо не подбирать, купить деревянные, как они называются? Брусочек 20 на 40. Угу. И сколотить. И из него сделать каркас. А какой каркас, мы вам сейчас покажем. Нет, это не он. Почему? Он. Это каркасник. Нам нужен постерк. А вот. Вот. Вот, ребят, примерно вот так вам надо будет сделать. Сколотить. Только с большим холстом. Тут каркас бумажный, но сам принцип из бруса 20 на 40 можно сделать то же самое. Это уже придумка Димина. Почему? Потому что он очень любит и киевские картины, но не любит покупать подрамники, которые стоят дороже, чем холсты. Рама алюминиевая белая 3200. Сколько я потрачу? Это 50-50, 50-50-50. Так, сейчас скажу. 100, 200, 300 рублей на раму. Поэтому каждый сам решает. Так, следующий холст, очень красивый. Остаться с чем-то степным. Холст, песчаные дюны. Артикул 304, 4, 8, 2, 49. Стоит 3500. Размер 2 на 140. Ну, место ряд я не, не стоит ориентироваться. Но в там, каждом городе свои. Свое место. Так, дальше холст. Историческая карта. Сейчас по акции в распродаже. 2800 вместо 3500. Вот она карта. Тоже очень красивая картина. Так, ты пока снимаешь, я артикул проговорю. 204, 795, 71. 2 на 140. Историческая карта 1881 года. Дальше холст. Розовый пион 140 на 56. Подождите, пожалуйста. А то как сливаетесь с цветочком. Ну, лучше озвучивать. Потому что кирки назвали. 604, 482, 24. Так, дальше идем. Холст. Я собираюсь повеселиться. Носки зачетные. 904, 799, 16, 118 на 78. Вот он. Угу. Так, следующий холст. Прикосновение. 140 на 56. 804, 4, 8, 2, 23. Я, наверное, дублировать буду где-то в углу экрана. Посмотришь, если удобно. Так, это мы снимали уже в новинках. Показывали, но повторим, раз снимаем. Эйфелева башня 140 на 100. Артикул 004, 4, 7, 9, 8, 50. Стоит 2000. Данный холст. Цен, ребят, без рамы. Так, по натяжным, наверное. Да. А вот, или перепрыгиваем. Так, дальше. Холст. Туманный пейзаж 2000, 140 на 100. Артикул 004, 7, 9, 8, 45. Вот о чем Дима говорил, почему надо на ровном полу собирать, на чистом полу надо собирать, да? Ну, без мусора пол должен быть. На две сделано. Или, скорее всего, ее соприкасались с чем-то, она, может, стояла в углу? Ее ширкнули. Поширкнули. Так, и последний натяжной холст, наверное. Ну, если попадутся, еще, значит, попадутся. По крайней мере, по стенам все. Они будут, то на стенках. Лесное озеро 140 на 56, 1000 рублей.
304-798-63. Вот такая красотень. Прям как живое озеро. Ну да, не заставляет задуматься. Так, дальше давай по ходу. Картина, линейка. Пьетерит. Пьетерит – это чаще всего триптихи, но бывают и отдельные картины. Автор Пол Дункан. Отпечатанный на холсте высокого качества придает картине живописность и глубину. Размер каждой картины 56 на 56. Их три в комплекте. Артикул 704-860-22. Вот здесь полотно другое. Вот, вот такой примерно был. Раньше, да. Да-да-да, вот видишь, уже текстура уже совершенно поэтому другая. Поэтому более тугое, более плотное. Я говорю, вот ткань другая. Ну вот видите, у нас как. Все? Вешаю обратно? А задницу? Все, вот они на рамочках уже готовые. И вот кто собирается моим советом, как я иногда делаю, да? Ну, степлером пробивается. Кстати, даже лучше получается, чем на алюминиевый каркас. Жестче натягивается. Да, ты уже это сам видишь, и можно ее. Так, набор из 9 штук картин за 5000. Гронби, день в Париже. 179 на 112. Это общее. 179 на 112. Соответственно, у каждой картины свой размер. Вот это А4. 6 штук. Это примерно, наверное, 50 на... Сейчас скажу, есть разделение по размерам? А, да, кстати, есть. Так, значит, артикульный номер 104-860-15. В набор входит один шаблон для развешивания. Для чего шаблон? Чтобы вы не думали, куда повесить, а шаблоном прицелились. 6 картин 24 на 32, 2 картины 39 на 65 и 1 картина 82 на 65. ДВП бумага. Так, мы немножко позанимаемся вандализмом. Глянец. Производитель Польша. А ты уже все посмотрел? Я что посмотрел? Молодец. Крепеж. И они, кстати, даже пронумерованы. Если вы хотите все вместе вешать, в каком порядке нужно вешать. И вот на какой основе они сидят. Только не шевелитесь. Это вам не экшн-камера. Не хочет, короче, Рома. Пошли передком. Так, а нет, они висят, мы что их здесь-то будем смотреть? Дальше. Сейчас по акции всего 1000 рублей. Легендарная камера называется. 404-860-28. Размер 100 на 70. Это уже картина. Для нее ничего дополнительно покупать не надо. И повторюсь, все, что не относится к холстам, делает Польша. Отлично. Пойдем? Так, здесь завалено немножко, Дим. Картина 118 на 78. Планета Земля. 004-794-97. Планетушка. Угу. Успел? Да-да. Так. Тоже линейка Пьетерит 56 на 56, стоит 1000 рублей. Такой вот букетик. Дим, как тебе такая это, сочетание абстракции с цветочками? Очень специфично. Но ты любишь, чтобы натуральность была максимальной в картинах. Да. Но я немножко люблю загадку, чтобы что-то такое написано. Так, это что-то так экспериментальное. Артикул диктуй? 704-794-94. Так, вот это вот как-то надо сейчас. Вот что-то вот этого мне понравилось. Вот такие вот что-то непонятные, которые заставляют задуматься. Здесь такой человеческий образ. Картина называется «Силуэт». 704-794-89-1300. Каркас, да? Да, это все сейчас на каркас хуже. Ты показал? Ну, а смысл да. Каждый показывать? Они все одинаково сколочены. Или снимать каждую? Нет, не надо. Они, в принципе, все одинаковые. Значит, у нас сотрудники отдела покусаются, мы начнем сейчас их снимать. А, так, вот еще одна картина на холсте. Холст отдельно, рама отдельно. Размер 78 на 118. Вид рувианский человек.
704, 799, 22. 1500 стоит данный холст без рамы. Тут цензура. Угу. Если кто заметил. Все взрослые люди. Магазин-то. Все-таки... У нас некоторые смотрят тонкую душевную натуру. Иногда пишут. А, ну извиняйте. Тогда мужей с тонкой душевной конституцией убирайте от экранов. А, картина Гронби, только в другом варианте, не на жестком, а на мягком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тоже 9 штучек. Размерчики точно такие же, как у жесткого каркаса. Пейзаж в синих тонах называется. Артикульный номер 504, 369, 38. Размеры точно такие же, как говорила у деревянной основы. Не чисто белый цвет, больше в серую уходящая. Поэтому белесости такой особо нет, ну, больше тут, серинка. В принципе, так и сами. Пьетерит шиповник, 100 на 70. 604, 790, 55. Давай. Пьетерит. Так, стоит 2300. Следующий по распродаже 1500. Пьетерит цветы. 604, 860, 51. То же самое качество, такое же, только за счет того. А размеры? 170. Угу. Как у предыдущего, как у барбариста. То есть разница получается в 900 рублей. Это в сейле, это без. Так, здесь повываливались все крючочки. Смотри, картина «Пьетерит», «Черный олень». Одна из немногих картин на тканевой основе, на которой нанесена вышивка «Черный олень». 1500 рублей стоит размер 56 на 56. Артикул 604, 860, 46. Сейчас я отойду, попытаюсь ее повесить, потому что, смотри, раз. Даже как-то криво сделано. Ну, вот так она и висела. Дома так не вешается. Так, навели маленький фен-шуй. Продолжаем. Дима поправил, чтобы не сваливалось. А следующее. Пьетерит, артишоки и лимоны. Триптих из трех частей. Кстати, тоже очень плотная ткань. Кто там от меня сам любит? А, кстати, хотите ли вы... Вот это как-то ASMR... Да. Как называется? Ну, точно. Вот этот пример так и называется. А часовая прогулка по IKEA со стереомикрофоном, все как положено, все петарды. То есть по-тихому, но именно вот? Нет, фоновая музыка, люди, разговоры, ну, сама атмосфера магазина. Кому интересна вот такая тема? ASM зачем здесь? Ну, ASM как раз и есть вот это, слушать. Нет, звуки это... должны быть яркие. Нестандартные, но которые ты просто ухом не услышишь. А яркие как раз будут звуки покупателей, которые идут шум каблуков, ботинок, тележка, там как видите. И это уже к тебе. Это без меня будет сниматься. Значит, поехали. Три картины сейчас всего стоят 800 рублей, 30 на 40. Лимоны, авокадо, слова. 004, 860, 25. Наборчик такой можно купить за 800 рублей. Рамы с постером, она тоже идет в картинах. Пожалуйста, сразу два постера, две рамы. Постер – это бумажечки, которые вставлены в раму. Размер 40 на 50, называется «Сад». Джулия Трик, автор. Артикул 804, 6, 5, 7, 74. Комплект из двух штук. Так, дальше распродажный такой вот мишка. Называется серия «Сказка». 56 на 56 стоит 600 рублей. Артикульный номер 704, 860, 36. Еще одна ткань. Здесь уже орел, либо сокол. Ну, вообще золотая птица, больше на сокола похожа. 1500, 304, 716, 83. Размер 56 на 56. Она будет хорошо сочетаться, вот эта птичка, я думаю, с оленем. Кем?
С оленем, да. Что-то есть похоже. Так, дальше идем. У нас осталось совсем чуть-чуть. Знаменитые олени, из-за которых меня заюзали хейтеры. Марк Шадо, разноцветный олень. Картин 2, размер 50 на 70. Тоже хорошая холщовая печать. Можете по разным комнатам, можете рядом оленёшку расположить. 804-382-43. А дальше вот такая новинка, но, к сожалению, уже куда-то убежала одна часть. Тут уже купил. Да, вот такие вот олени. Олень. Дикие животные, часть 2. Таня Бело. 30 на 20. Глубина 3 сантиметра. В комплекте 2 штуки. 304-861-40. Они сразу, Дима, с такими отверстиями. То есть только шурупик и все. Убираем? Да. Вот уже пенсионер. У нас осталось две картины. Такси Нью-Йорк. Даже, по-моему, ты такой покупал себе картину по номерам раскрашивать. Ну, эту улицу я покупал. Так, правда, ракурс был в другую сторону. Но смысл в этом. Да. Оранжевое такси и Нью-Йорк. 70 на 100. Такси Нью-Йорк. Автор картины Йозеф Это. Размер 70 на 100. Артикул 703. 645-20. И последняя картина. Нет, сори, предпоследняя. На холсте, то есть холст отдельно, рама отдельно. Сидящая женщина с согнутым коленом. Угу. Дим. Да. 78 на 118. Артикул 404-798-91. Рама отдельно. И последняя картинка. Я сейчас проверю еще. Ну да, все, последняя. Тоже отдельно холст, отдельно рама. 1500 стоит холст, натюрморт, ваза с 12 подсолнухами. А, вот 12-й. Очень контрастная картинка. Не знаю, смогу ли вам передать всю сочность. Здесь переходы зелени. Здесь желто-охровые оттенки, даже ваза в таком же цвете. Очень мало зелени в листьях, но основная зелень в поле. 78 на 118, 1500, 604, 798, 85. В принципе, все. Конечные наши слова. Ребят, у нас дома икеевских картин. Раз, два висят. Штуки 4 у Димы в загашнике. Ну, вовсе я покупал, честно признаюсь, все, что оставалось в распродаже, независимо, хорошие картины, я их скупал. Забираем. Да, половину я в распродаже купил, а половину картин Путин. Ну, почти одно и то же. Холстами набрал. Да. Ни одной рамы алюминиевой было, не было. А, нет, две рамки. По первости было куплено пару рам. И то не по размеру. Да, потом Дима Прянул стал покупать, делал деревянные сам. Поэтому пишите, как вам, нравится, не нравится. Мы довольны, у нас нет нареканий к киевским картинам. Самым первым картинам, Дим, секунду. Девушка, хочешь, как это, ты видишь, что я хочу сказать? Да. Да? Ну, чтобы тебя не перебивать. Самым первым картинам 10 лет. Они у нас висят в офисе, они в идеальном состоянии. Многие скажут, а зачем покупать вот этот дорогой холст, если можно заказать в рекламном агентстве и вам примерно то же самое сделают. Я вам отвечу, ребят, для того, чтобы распечатать хотя бы вот эту картиночку с домами, вам нужно как минимум разрешение 8К. Ну, очень-очень-очень солидное разрешение, и где вы такое найдете в интернете. Качество печати очень хорошее. Картинки достойные. Очень качественные, не размытые. Его можно практически каждый постер и картинку рассматривать вблизи. Вот. Ну все, поэтому, наверное. Я рекомендую в каждый дом. Не обязательно самый большой постер, вот, да? Ну, можно что-то добавить или маленький, или чуть побольше. Акцентик ваш уютный. Вишенку на торте. Все, ребяточки, пока!